Вот, друзья, не знаю, хорошо ли вам видно. Моя новая обновка. Перчатки Косодака. Маска Балаклава Косодака. На мне термобелье. И новые сапоги от Норфин. Ну, сегодня было где-то порядка 4-5 градусов тепла. А что я хочу сказать? Ну, если честно, пока лодку накачал, был весь мокрый. Потом даже пришлось охлаждаться какое-то время, чтобы все-таки воздух холодный, и при поездке на лодке было бы на такое разгоряченное тело не очень. Поэтому, в общем, отловил весь день перчатки в воде. Руки не замерзли, слегка влажные. Отлично себе выдержали. Ну, за сапоги вообще не буду ничего говорить, потому что здесь до минус 50, и при сегодняшних чуть менее 10 градусов ноги просто чувствовали себя отлично. Термобелье, кстати, тоже отличное, приятное.